Ковалева Екатерина, просьба подойти к судейскому столу. И снова прямой эфир из Дворца спорта Лужники. Командная встреча Москва, Белоруссия, парный формат у нас на очереди. Евгений Буслаев, который только что отыграл изнурительный матч против Константина Степанова, в котором оказался проигравшим, составляет здесь пару Андрея Сераштанова, их соперники. Чуть более свежие Владислав Шопик и Никита Полуян. Да, конечно, сидеть на трибунах и болеть за своих тоже занятия достаточно энергозатратное, но все-таки, наверное, не в той мере, как это было для Буслаева, который более двух часов находился у стола. Ну или для Андрея Сераштана, который уже печально вынужден здесь в первую очередь выполнять функции судейские. Сегодня состоялась, расскажу для тех, кто, может быть, не с самого начала следит за нашими прямыми трансляциями. Сегодня стартовал этот командный матч двумя одиночными встречами. Константин Золотилов убедительно переиграл Тимофея Янчиленко в сухую. А вот Андрей Сераштан, встречавшийся с Никитой Полуяном, уступил. Соответственно, именно эти две встречи привели нас к тому счету, с которого мы продолжаем очередной день. Ошибку по выходу допускает Полуян. Ошибка довольно серьезная. Всего лишь один шар, одинокая восьмерка. Перекрывал там зону выхода. Чуть-чуть поглубже надо было сыграть.
загляденье выполняет Владислав Шопик этот джамп. Не просто забивает шар, но еще и обеспечивает прекрасный выход для напарника. И вот так партия, которая внезапно, казалось бы, встала на паузу для белорусского дуэта, чудесным образом стараниями Владислава Шопика преобразилась, и 1-0 открывает счет в матче до 5 побед Владислав и Никита. В одну, только в другую среднюю лузу, подумал Биток. Сначала попытался атаковать правую, но от этого борта отразился поперек стола, он начутился в левый удар с руки. И Никита Полуян собирается его выполнить. Чуть поудобнее, да, надо поставить биток совсем немножечко правее, для того, чтобы чуть более естественное положение занять в пространстве. Слегка перекатывает выход на середину, но не критичным образом. Там даже доступен удар и через дальний борт. Да и атака в угол, на самом деле, при большом желании здесь позволена. Именно таким образом и решать эту позицию Шопик. До 5 побед — это уже определенного рода заявка, может быть. Но для того, чтобы сделать счет 2-0, нужно, конечно же, было забивать эту восьмерку. А пока из двух белорусских игроков чуть менее уверенными действиями отличается Никита Полуян. Тут и неудавшийся выход на семерку. Ту проблему пришлось решать при помощи джампа. Ну и вот здесь промах в позиции, которая этого совершенно не требовала. Позволяет и московской команде набрать свою очко. Первое очко в этом матче. Итак, 1-1. Видели мы разбой Сераштана, вот теперь дошел черед до Владислава Шопика. И его действия здесь точны. Удается ему забить шар на разбой. К тому же позиция встала замечательная. Впрочем, первый парный матч
для Владислава Шопика в рамках этой командной встречи. До этого белорусы сыграли в составе Робец Янчеленко и Полуян Ремес. И вообще, во второй раз всего лишь Владислав Шопик оказывается здесь у стола, если не считать самый первый матч, в котором по 5 игроков с каждой стороны были задействованы. Во втором по счету матча Владислав играл с Сергеем Луцкером и победил. Евгений Буслаев выполняет свой разбой. Удар практически точно такой же, как мы видели в матче против Константина Степанова. Не очень сильный удар. Да, вроде бы должен обеспечить максимальный контроль, но здесь, видите, Иванов оказывается. Трудно оставить биток в той зоне стола, где сейчас находится единица. Соответственно, проще какую-то более тонкую резку постараться выцеливать. Но, похоже, удалось слегка подпортить взаимное расположение битка и единицы. Хотя в тонкую резку проходит здесь удар, есть возможность катить первое в направлении четверки. Ходя девятку, ну а биток возвращать в район даже не третьего шара, наверное, а катить на противоположный борт пятерки. Ну, по крайней мере, величина резки позволяет сделать именно это. Хотя при очень точном попадании удержать биток за десяткой тоже будет можно. В общем, тройку и десятку вполне можно было бы использовать, но московская пара заказывает удар по УЗИ на единицу в среднюю. Евгений Буслаев очень похожий удар сумел реализовать в только что завершившемся для него матче основной сетки против Степанова, но тогда резко была противоположная сторона. Справляется и здесь. Видимо, что-то знает, такой какой-то особый секрет в отношении средних уз этого стола Евгений Буслаев. Да, шар он забил. Вышел, правда, в маску, заставляет Сераштана через борт попадать в двойку. Это получается. Обходится без фола, но все равно москвичи отдают открытый удар по второму шару с возможностью сделать и выход.
хороший выход делает Шопик, отлично поднимает биток. Как раз, чтобы можно было пройти мимо девятки. Ну и здесь в два борта поперек стола можно смело играть. Ну, а на самом деле расстояние, которое отделяет четверку от борта, дает возможность обойтись одним касанием борта. Вот как раз так, как сейчас это делает Луян. Не столько о вариантах игры четверки совещались Владислав и Никита, сколько о том, каким должен быть выход на шестой шар. И, похоже, рамболь они придумали. От шестого шара биток должен направляться в восьмерку. В районе короткого борта останется зеленый шар. Да, все здорово получается. И теперь еще один не очень сложный выход. Да, довольно-таки близко от борта. Биток тут не должно стать помехой для Шопика. Должен он забивать эту шестерку и получать хорошую резку на седьмом. Да, все удается. Здесь можно смело скатить вперед. Можно, конечно, вытягивать на себя, чтобы не отыграть в середину. Ну и вот несколько не докатывает Никита, на мой взгляд. Проще было бы сыграть энергичнее, а может быть и вообще, вот возвращаясь к этому шару, по предыдущему шару, можно было смело катить вперед и играть девятку вдоль борта на остановке. Никаких проблем это не предвещало. Ну а вот теперь удар по десятке такой резко не самый благополучный. И очень сильно, посмотрите, как много не дорезает Полуян, представляя нежданный шанс Буслаеву с Сираштаном в этой партии. Прекрасный удар Буслаева, он точно в атаке десятки. Ну и посмотрите, на ровном месте буквально белорусская пара отдает один балл своим соперникам, позволяя Андрею Сираштану и Евгению Буслаеву вновь сравнять счет 2-2. Попадание битком по десяточной пирамиде не пропало даром для Никиты Полуяна. Да, не удалось ему забить один из шаров в среднюю узу, но угловой шар пирамиды по еще одной типовой траектории от двух бортов очутился в углу. Перекат по выходу. Сужили о том, что выход не получился по взору, обращенному даже не в небеса в данном случае, а под своды крыши нашего стадиона, дворца спортивники. Таким жестом Владислав Шопик ответился, как только увидел, каким оказался выход. Никита Полуян с кием для перескока в руках. Он, похоже, маску поставит. Да. Есть, скрывается двоечка вот битка, не будет доступна напрямую московским игрокам, но они впервые подходят к столу в этой партии, значит, могут выбирать, кто же этот удар будет выполнять. Решили, что это станет Сираштан. Ну и в дальнейшем, если еще доведется московским игрокам в этой партии к столу подходить, то они будут чередовать эти подходы вот следующим визитом уже
наступит черед Евгения Гуслаева делать удар. Таков, собственно, регламент формата Scotch Doubles. Отыгрыш отвечают друг другу соперники. Андрею Сюраштану удалось поставить маску, но и в ответ удар Шопика также приводит к аналогичному результату. Двойка видна напрямую не будет. Посвящались Евгений и Андрей, решение принято. Тонкое касание двойки. Доступно Буслаеву. Ну, там дальше произошло двойное соударение и уже непредсказуемый для игрока дальнейший расклад. Остается лишь смотреть, куда катится биток. Ну, хорошо для московской паре, что он довольно далеко укатился, но не стал проехать для Полуяна. Очень непростой удар с борта, кием под углом к горизонтали он наносил и здорово справился, обеспечив Владиславу простейшее продолжение на тройке. Два шара одним ударом убирает Полуян со стола, сыграв комбинацию 5-8, где оранжевый шар также по вузу вслед за восьмеркой. Ну, а выход с девятки на десятку — это дело вкуса. Можно играть два борта энергичным ударом, как это делает Шопик. Можно чуть более скромно и в один борт. Тогда потребуется небольшое обратное вращение, но совсем небольшое, не критичное. То есть никаких излишеств и в этом случае нет. Повторюсь, это уже на усмотрение игрока, исходя из его практики, из его наигрыша, как говорят игроки. А 2-3. Вновь Сераштан Абуслаев в положении догоняющих оказывается. Гораздо более чистый по контакту с пирамидой удар. Разбой удается Сераштану. Да, так вот он саркастически покачивает головой, что даже несмотря на такое удачное, хорошее попадание, шары пирамиды разошлись, но нет начального удара по шару с наименьшим номером. Это у нас единица. Какой-нибудь пушаут по заковыристи собираются изобрести Буслаев с Сераштаном. Тут на самом деле есть соблазн пушаут не играть, а попытаться сразу же отыграться от короткого борта. Но очень тут нужно точно попасть все-таки в единицу, чтобы без малейшей резки, и все же к варианту пушаута, который всегда у каждого непосредственно после разбоя в таких дисциплинах девятка и десятка присутствует, именно этим вариантом решили воспользоваться Андрей с Евгением.
Ну, для белорусских игроков остается точно такой же вариант. Первая это игра от короткого борта с правой стороны от двойки. Либо вот такой способ провести в коридор, но за тройкой пока я не могу понять до конца, ли удалось спрятать шар, ну удалось, но не полностью. Надо будет играть джамп. Да, отправляется Сераштан собирать укороченный кей, укороченный и облегченный. А значит, будет заказ, игра единицы в угол. Хорошо бы еще суметь попасть чуть ниже центра бистка, для того, чтобы нижнее вращение ему придать. И тогда в случае хорошего, правильного, полноценного попадания по единице в резку, шар пойдет чуть-чуть назад на себя и не завязнет за одним из прицельных. А вот именно это и не получилось. Да, в атаке по резке был точен Сераштан. Здесь можно поставить маленький плюсик, но вот дальнейшее движение битка, к сожалению, жирным минусом здесь перечеркнуло все старания Сераштана. Вновь только лишь удар из маски. Все, чем может довольствоваться его напарник. Попадает здорово. Удар был расчетливым, заказанным. Соответственно, Буслаев и Сераштан остаются у стола. Помимо этого парного матча еще один должен быть парный матч у нас и еще одна личка. Сераштан, Золотилов, Луцкер свои личные матчи уже играли. Получается, что мы... Да, собственно, и Константин Степанов тоже уже играл. Буслаев, стало быть, должен будет сыграть еще один личный матч. Именно Евгений Буслаев сейчас стал автором вот этого досадного промаха. Так, а у команды Белоруссии... Владислав Шопик, Егор Порубец, Тимофей Янчиленко и Никита Полуян. Уже отыграли, получается, Алексей Ремес. То есть Буслаев и Ремес должны стать соперниками по одиночному матчу сегодня, если мои расчеты верны с точки зрения регламента турнира. По результату, по тому, как расположились шары этой попытки, можно поставить, наверное, 10 баллов из 10. Посмотрите, насколько плотно оказалась запрятана четверка за 10-м шаром. Любо-дорого посмотреть. Thank you.
очень точный математический, геометрический расчет требуется от Никиты Полуяна. Но в этой попытке подвели даже, наверное, не столько расчеты, сколько выполнение удара. Удается точно проконтролировать биток Сираштану в этой попытке. Перевод поперек стола в легкий накат от Буслаева. Задевает он довольно-таки далеко от угловой лузы, задевает борт, прицельный шар. Это не помешало все-таки справиться. Хотя, конечно, нужно быть более осмотрительным. Стол Diamond, особенно в том случае, если сукно в достаточной степени приигралось, таких вольностей не позволяет. То же самое относится и к Андрею Сираштану. Сейчас он так позволил себе чуть-чуть лишнего и даже вот окинул трибуны таким шаловливым, я бы сказал, взглядом, понимая, что едва-едва не напортачил. Но все обошлось. Вновь у нас равновесие 3-3, ну, постепенно, вот так вот партия за партией, все-таки приближаемся мы к завершению этого матча, до 5 побед, как и все остальные игры в рамках командной встречи. Выигрыш удачен, удается спрятать биток и за четверкой, ну и отчасти за восьмеркой. Перескок можно играть, минуя четверку, через восьмой, если в длинный борт направлять биток, там, может быть, даже можно и десятку на всякий случай заказать, но пока не думают об этом Буслаев с Сираштаном. Да, обойдется в этом ударе без перескоков. Нашел Андрей точку на коротком борту. Удается попасть в единицу. Та после этого доходит до соприкосновения с бортом. Все здесь без нарушения правил обошлось. Конечно, отыграться максимально надежно не удалось. Такая несколько кривоватая комбинация 1-10 теперь попадает в поле зрения белорусских игроков. Ну и даже не думаю, это именно этот вариант играть шопик. Заказал он единицу оборотным дуплетом. Да, все получилось. В случае промаха такое вот именно заужение происходит. Из-за этого единичка поднимается на короткий борт. Ну а самое главное, биток удается увести вновь за маскирующие шары. Пока у
представителей сборной Москвы. Не было хорошего открытого удара в этой партии. Все они из маски вынуждены попадать в первый шар. Вот рассмотрены и озвучены все варианты. Нет, еще не все. Еще парочка в запасе оставалась. Тут и обмен мнениями, и, может быть, даже в некотором роде столкновение интересов. Ну, все-таки в конечном счете Андрею и Евгению придется прийти к какому-то общему знаменателю. Понятно, что не хочется прямо сейчас какую-то роковую ошибку совершать. Тем не менее, именно это и произошло. Фол, удар с руки выполнит Владислав и Никита. Теперь уже их очередь посовещаться и принять решение. Позиция видоизменилась. Тут и четверка, занимающая не самую благоприятную точку неподалеку от средней лузы, никуда она не играется, не играется. Только разве что оборотным дуплетом там в направлении шестерки, да, можно этот шар двигать, но скорее всего попытаемся подбить, если это до этого дойдет дело, вот, например, с двойки, которая сейчас переместилась поближе к этому кластеру 4-9. Так, ну один фол уже есть. Сейчас ситуация не из легких. Возможно, с помощью обводящего удара удается как-то вытащить биток. Потребуется хорошее левое вращение для этого. Вот такой удар из категории массе собирается сыграть Сераштан. Отлично сыграл, и даже слишком хорошо. Боковичок очень энергично схватился. Второе нарушение правил подряд для московского дуэта. Ну, вот с двойки можно подбивать, и даже, по крайней мере, с верхней камеры кажется, что от четверки можно двойку играть. Да, для этого требуется довольно-таки сильный удар, чтобы двойка отскочила от четвертого на достаточное расстояние. Но вместе с тем тут гораздо важнее тогда в резку правильно попасть. Если ударение будет чуть тоньше положенного, то все-таки угодит синий шар в губку средней лузы. По-прежнему есть над чем поразмыслить в этой позиции. Хотят белорусские ребята, наверное, как можно раньше отыграться-то понадежнее для того, чтобы попытаться третий фол добыть в этой позиции. Уж не за семерку ли мы катим? Да, интересная попытка, и очень близок был Владислав Шопик к успеху. Но все-таки траекторию отражения битка до конца просчитать не сумел. Ошибся. И, скорее всего,
те два нарушения правил, что пока висят над Буславием и Сераштаном, должны сейчас обнулиться. Это произойдет в том случае, если ему удастся выполнить удар не штрафного характера. Вот так вот нашел возможность я выпутаться из словесной конструкции, в которую сам себя едва не загнал. Такую своеобразную филологическую маску едва перед собой не поставил ваш комментатор. Ну, все для того, чтобы слегка взбодрить себя. В этот уже не ранний час, в Москве вечереет, около 8 вечера. Да, уже, наконец, можем мы с удовольствием констатировать факт, что дневная жара осталась позади. Хорошая попытка отыграться в ответ в исполнении двух представителей сборной Москвы на этом мини-турнире. Ответ через один борт, вновь в ту же самую лузу угловую, где только что побывал биток, запущенный Владиславом Шопиком, отправляет и Никита Полуян. Вот в мгновение ока, смотрите, ситуация грозит перевернуться на 180 градусов. Только что два нарушения правил подряд было у москвичей, а вот теперь уже и белорусы допустили два фола. Ну и интересно, между прочим, все-таки вот пошли мы на такой шаг, параллельно проходит другой парный матч, в котором Константин Золотилов и Сергей Луцкер встречаются с Тимофеем Янчиленко и Алексеем Ремезом. Там 3-1. Я сейчас смотрю на счет. 3-1 в пользу московской команды. У нас же здесь по-прежнему 3-3. В общем, получается, не три матча в рамках этой командной встречи мы покажем в концовке второго дня Кубка Кремля, а два. В принципе, подсказывают мне, что тот стол, как и многие, оснащен веб-камеры, поэтому вы можете открыть канал, ну если не АБН Бильярдс, то Московского союза бильярдного спорта, и уж там точно найти трансляцию проходящего параллельно матча. На канале АБН также мы транслируем параллельную встречу. Там еще 3-1, всего лишь два шара остается на столе, а в игре белорусы. Точен Алексей Ремез. Теперь от Янчиленко зависит, сумеют ли сократить там отставание белорусские игроки. Тимофей Янчиленко точен. Итак, там 3-2. И разбивать будут белорусы там. У нас же здесь не самая удобная резка для Андрея Сераштана. Резко он играть и не собирался. Да, ставит еще одну маску. Евгений Буслаев просто в восторженном шоке. Ну что, рискуют Никита и Владислав здесь
проиграть партию досрочно в случае неудачного попадания, в том случае, если не удастся битком попасть в тройку, во-первых. Ну и оставить биток на столе после этого, во-вторых. В общем, давайте посмотрим, к какому решению сейчас придут Шопик и Полуян. Ну, пока вот размышляют они про игру в три борта. Три, а может быть даже и четыре, в том случае, если удастся поставить биток на правильную траекторию. Если он слегка окажется расширен от третьего борта, то там может прийти на выручку четвертый. Вот те самые три борта. Да, близко. Буквально там, ну, сантиметра три, наверное, не хватало для того, чтобы удар состоялся. Добыли. Вот настолько трудное это очередное очко, которое позволило выйти вперед в матч, получить преимущество 4-3 до 5. До 5 мы играем. Более энергичным ударом, чем прежде, Евгений Буслаев посылает биток в направлении пирамиды. Здесь все получается. Да, биток, правда, раз за разом у него оказывается поблизости от того короткого борта, откуда разбой выполняется. На той части стола. Именно по этой причине в первую очередь не получается как-то наиграть единицу. В общем, снова с отыгрыша, вероятнее всего, начнется у нас очередная партия. Давайте попытаемся посмотреть, что происходит у нас в параллельном матче. Там по-прежнему, что интересно, Лемис и Янчиленко у стола. Не возьмусь предположить, были ли до этого в данной партии визиты у Луцкера со Степановым. Ну, как бы там ни было, у них сейчас еще одна возможность есть. С дальней единицей по борту предстоит иметь дело московским игрокам. Нужна очень хорошая оттяжка. А вот решили максимально консервативно сыграть. Вместо сильнейшей оттяжки обычная остановка. Выход мимо пятерки должен обязательно состояться. Ну вот, вот тот самый случай, о котором мы говорили там пару партий ранее. Не стоит слишком уж заигрывать с этими длинными бортами стола Diamond, играя шар вдоль них. Нельзя попадать слишком уж далеко от угловой лузы в борт.
Иначе шар отражается слишком уж широко и даже от губы не падает. Четыре-два в параллельном матче у нас повели Лускер и Сераштан. Состоялся разбой. В том матче снова сменилась инициатива. Алексей Ремес у стола. Возвращаемся к нашему основному телевизионному. Здесь Евгений Буслаев тщательно выставляет биток для продолжения ударом с руки. В среднюю лузу четверка точно не проходит. Для игры в угол более чем доступно. Не совсем понимаю я это решение Андрея Сераштана. Да, он отыгрывался, но... Хотел, конечно же, поставить биток вплотную к семерке. Четверку слишком уж энергично сыграла, она достаточно далеко выкатилась. Полуян точен, реализует комбинацию. Оставляет на столе пару удобную для левши. И именно с левой руки предстоит Владиславу Шопику пытаться забить этот шар. Да, что и говорить, неудобно. Может быть, даже стоит воспользоваться машинкой. Говорю об этом лишь потому, что по ней сейчас ки будет скользить чуть лучше, чем по руке, не одетой в перчатку. Но все-таки не думает об этом Влад Шопик. Выцеливает с левой, забивает с выходом. Перестарался по скорости, повезло еще, что борт цепанул биток и не оказался в угловой лузе. А по скорости там хватило бы с запасом. Хороший отыгрыш тем временем удается Сергею Луцкеру. По крайней мере, одобрительным жестом встретил напарника Константин Степанов, который в этот момент находился на своем кресле. Влад Шопик обеспечивает хороший выход. Еще одна легкая оттяжка. Нужно миновать десятку. А все получается и у Никиты Полуяна. Ни в коем случае не хочу сглазить и, ну, надеюсь, что пока не обладаю этим комментаторским талантом. Владислав Шопик производит очень такое солидное впечатление по тем нескольким матчам, которые удалось посмотреть здесь в ходе нашей командной встречи. Очень такой серьезный настрой, без каких-то там излишних накруток, но максимально сосредоточен. Очень-очень здорово действует. Да, бывают некоторые погрешности, но как же без них.
Ну, в общем, пока представляется Шопик тем звеном, на которое могут положиться все без исключения остальные четверо игроков этой белорусской команды нашего созыва августа 2022 года. Ну и контровая партия. Здесь у нас 4-4. Полуян на разбое. Забитый шар получается. Ну, по стандартному для Никиты сценарию. Вокруг стола и в угол. Ну что ж, если так получается, то это не повод что-либо менять. Ну и возвращаемся снова к общему счету. У нас впереди команда Москвы, но преимущество это совсем невелико, 4-3. И предположу, что у нас этот наш основной телевизионный, будем так его называть, матч может закончиться раньше параллельного. Ну, там у стола Степанов, перед ним 6 шаров с двойки до десятки. Вот такая позиция там сейчас. Довольно ограничена зона выхода на шестой шар, причем ограничена с обеих сторон. А там шары старших номиналов, это 7, 9, 8, 10, очень здорово перекрывают зону. Это значит, что нужно быть максимально точными. Да, сейчас восьмерка, предположу, должна со стола исчезнуть. Ну, комбинация довольно-таки далекая, с одной стороны, с другой. Верю я в то, что Полуян справится. Да, он точен, очень он точен. И в контроле пятерки снова оживились трибуны. Это уже не раз и не два упомянутая нами группа поддержки, болельщики белорусской команды. Юниоры, новое подрастающее поколение белорусских бильярдистов, славных, будем надеяться, продолжателей дело Яны Шут, Маргариты Фифиловой, это, наверное, самые яркие звезды белорусского женского пула, безусловно, но и пула вообще. Ну и те ребята, что сейчас перед нами уже написали свою главу, в первую очередь касается Никиты Полуяна, призера юниорских чемпионатов Европы. Что ж, нежданный абсолютно шанс получает пара Сераштан-Буслаев в этом матче. Совершенно непостижимым образом осталась семерка на столе. В результате удара Владислава Шопика он сам не в силах поверить в то, что это случилось. Ну, шар стоит глубоко, но там можно через длинный борт нормально, совершенно без боязни забить биток, обводить его вокруг. Андрею Сераштану удается забить шар, приподнять. Ну, посмотрите, все-таки оказалось, что у нас матч Луцкера и Степанова закончился раньше, чем этот. Со счетом 5-2 подсказывает мне непосредственный участник этой встречи, Сергей. Была одержана победа, соответственно, 5-3 на текущий момент. Общий счет в пользу сборной Москвы.
А вот и 6-3. Вот так вот в очень короткий срок с плюс 1 на плюс 3 сумели выйти москвичи. Да, конечно, в этой партии и в этом матче можно говорить, что Полуян и Шопик, ну, отпустили своих соперников. Сейчас проверяет еще раз Владислав траекторию движения шара и убеждается в том, что через длинный борт здесь играть никак было нельзя. Да, такая микроскопическая погрешность, она оказывается наказуемой. А что ж, я думаю, ненадолго попрощаемся в ожидании одиночной встречи. Предполагал я, что одним из действующих лиц предстоящего матча станет Евгений Буслаев. Ну, посмотрим, так оно или нет. Так что снова призываю вас проверять обновления на нашем видеоканале. А пока прощаемся. Спасибо за внимание.